то, что, чем занимаемся. Есть, опыт и других стран. Почему мы тоже ездим, почему и, значит, ребята знают эти мастера, их приглашают, значит, на семинары проводить. Может быть, мы возьмем за традицию, как сказал Дмитрий Геннадьевич, может быть, возьмем за традицию, например, мы сделаем, да, такой же прием, к примеру, отдельно по Казахстану, отдельно по Армении, ну, по тем республикам, которые стояли рядом с нами. Почему? Потому что за эти годы, которые, значит, Союз развалился, они тоже не стоят на месте, они тоже очень серьезно шагнули вперед. Дмитрий Геннадьевич заметил, что приехал в Таджикистан и, ну, удивился развитию этого региона. Я тоже был в Казахстане, тоже был удивлен. Вот. Но меня удивило, я не говорю о мастере, о Руслане, как мастер, он очень хорош. Я говорю о поддержке его правительства, о отношении самого правительства к единоборствам. Там был серьезный конгресс, мы не можем, конечно, так сравнить, потому что у нас, мы не говорили о международном. Ребята приехали, мастера, президента федерации, большое спасибо. Мы говорим о, если мы говорим о политике, был конгресс в Астане, вот, мне понравилось, что поддержали этот конгресс все. Во-первых, большое им спасибо, они пригласили всех ведущих мастеров мира, как бы вот красиво у меня. Вот. Потом, мало того, сама встреча, да, то есть с службы премьер-министра это событие было освещено. С службы президента под президентским патронтажем он не смог, потому что у него была предвыборная кампания, ну, все понятно. Но дело в том, что люди тоже смотрят очень долговидно, ну, да, да. Ну, почему? Потому что они восточные единоборства, вот, как говорил Алекс, там джиу-джитсу, карате, дзюдо, вообще восточных единоборств. Ну, они, у них есть правительственная программа, они ее вводят в отдел образования. Они ее вводят в отдел образования, и вместо физкультуры, например, там, в институтах или в школах, в детских садах, они преподают восточные единоборства, потому что восточное единоборство – это древнее искусство очень, понимаете? Не было физкультуры раньше, все занимались единоборствами, понимаете? И развитие совершенно другое, эмоциональное, психологическое. Ну, вот из-за этого стараемся привлекать к этому не только взрослых. Со взрослыми все понятно. Ну, вот. А самое для нас молодежь, самое важное – это молодежь, потому что психика у человека не окрепла, вот, и он попадает куда-то под чье-то влияние и совершенно потом становится неуправляемым. Здесь у них уже с психикой, с нервной системой все в порядке. Ну и, конечно, хотел бы заметить, вот Российский Союз боевых искусств, куда мы входим, сделал хорошо, сделали жесткий контроль среди преподавателей из тренерского состава по восточному единоборству, то есть лицензировали. То есть уже, если, например, какой-то там человек насмотрелся кино и решил уже преподавать, у него есть деньги, у нас масса таких, мы все знаем, да, то уже эти номера уже не проходят на сегодняшний день. Уже большое спасибо. Вот, потому что это отслеживается, это контролируется. Вот. Ну, конечно, мы бы хотели поддержки от нашего правительства, но я думаю, что, может быть, донесем или каким-то образом до наших депутатов, до нашего правительства, что это один из очень серьезных способов воспитать нашу молодежь патриотически. Мы помогали сами. Из бюджета, я сказал, что бюджет ничего не выделяет. Я могу просто привести пример. Вот сейчас областные соревнования. То есть где-то надо 170 тысяч. Это по минимуму. Выделено 30. Все остальное ходим с протянутой рукой. Тем же спонсором. Все, кто со мной занимался, все поддерживают.
15 лет очень много народу. Плюс бизнесмены, которые с нами росли. Вот только на этом. Я сюда хотел привести еще дудаистов, дудаистов. Но дудаисты у нас уехали во Францию. Во Францию, по морозе, да. Дудаисты в соревнованиях. То есть не тоже. Ничего. А так у нас ребят много занимается. Мистический район. У нас не хватает помещений, где заниматься нормально. Да, базы не хватает. Не хватает тренерского состава. То есть вот я хотел задать вопрос, вот сейчас вы уже туда открываете здесь, а миссионеры есть, которые будут исповедовать? Я думаю, да, я завтра в милости просим, мы не ждем вас, значит, на торжественное открытие космонавта 47. Едут с области, есть у нас Юра Верзин, есть у нас, значит, Степан Геннадьевич Фоминов, ну, вот, которые мои ученики. Они занимаются давно, у меня уже Юра занимается уже больше 20 лет. Вот, хорошие специалисты, значит, они преподают дзюдо, карате тоже самое, с моими ученики, они тоже по моим стопам, и джиу-джитсу. Ну, единственное, что, значит, пожалуйста, есть специалисты, которые могут преподавать. Доехать 30 минут от города до города, нет проблем. Мы этот вопрос можем разрешить. То есть вплоть до того, что, например, если есть хорошие ребята, борцы, я со своей стороны готов раз в месяц, два раза в месяц принимать ребят и их тренировать в тренерский состав. И мы сделаем хорошую команду. Нет, да если приедет однозначно, просто я мало понимаю. Дзюдо сильно? Виктор Васильевич, я вам сейчас объясню. Основоположный всех восточных японских единоборств – это джиу-джитсу. Из джиу-джитсу вытекло карате, из джиу-джитсу вытекло айкидо, из джиу-джитсу вытекло дзюдо. База – это джиу-джитсу. То есть ты владеешь джиу-джитсу, в принципе, но ты можешь разрулить во всех этих направлениях. Да, в принципе. Вот по этому поводу, я думаю, что Алекс скажет по поводу джиу-джитсу, его есть направление, есть джиу-джитсу тоже есть направление. Вот, одно из направлений как раз возглавляет вот так. Джиу-джитсу, на самом деле, очень много есть направлений, очень много стилей. Приблизительно существовало 750 разных стилей джиу-джитсу. Джиу-джитсу очень древнее, многие ученые до сих пор не могут определить точную дату, когда он началось исторически. Одни говорят, что началось 2000 лет, другие говорят 1000 лет. Нету письменном виде доказательств. Легенды есть. Джиу-джитсу всегда передавалось от учителя студенту. Дзюдо вышло из джиу-джитсу в 1896 году. Когда Джигоро Кано, основатель дзюдо, на самом деле он был мастером по джиу-джитсу. И он захотел популяризировать вид нового спорта, чтобы он преподавался в каждом университете. И поэтому он откинул все болевые приемы, всю ударную технику, все точечные приемы и все заломы, и изменил даже броски, чтобы они не были слишком травматическими, и создал направление дзюдо. На самом деле джиу-джитсу каждый бросок предназначен очень сильно травмировать противника. Вход в любой бросок, в любой болевой прием рассчитан или парализовать противника, или контролировать, или уничтожить. Поэтому существует очень много, есть клановые школы, есть стилевые школы. Я преподаю клановую стилевую школу, которая существует уже 1000 лет. Я сторонник традиционного джиу-джитсу. Потому что традиция учит нас основе. Это правильные принципы, это философия, это культура. Поэтому я преподаю очень древнюю клановую школу. Я именно специалист по джиу-джитсу. Поэтому джиу-джитсу имеет все, но все невозможно преподавать, потому что мы живем в современном мире, когда люди хотят... Особенно молодежь. За 3 месяца чему-то научиться и пойти потом выступать где-то на ринге.
И, к сожалению, это неправильное образование, потому что любой спорт надо минимум 10 лет вложить, тренироваться, чтобы ходить, чувствовать, что человек понимает другие базы этого спорта. Возвращаясь к джиу-джитсу, так как существует много направлений, все, каждый клан держал свои методы и приемы в тайне. Потому что всегда в древнее время кланы воевали между собой. Если кто один клан знал приемы другого клана, они просто могли убить друг друга и контролировать территорию. Джиу-джитсу чему может быть красивое, как искусство, или очень практичное. Поэтому большая разница между дзюдо и джиу-джитсу. Дзюдо – это как современный спорт, прекрасный вид спорта, потому что даже дзюдо, человек, который занимается джиу-джитсу, если он немножко начнет заниматься дзюдо тоже на стороне, он улучшит свой джиу-джитсу. Поэтому я никогда не говорю ничего плохого о дзюдо или карате, наоборот, оно дополняет, и человек, занимается джиу-джитсу, осознает еще глубже искусство, которое он изучает. Потому что чем шире человек что-то изучает, тем больше он становится более специалистом, и больше действительно ценит, что он знает. Очень мало людей в мире, которые преподают традиционное джиу-джитсу. В России очень много школ появилось по джиу-джитсу, потому что я часто общаюсь, когда разъезжаю, я общаюсь с людьми. К сожалению, многие эти школы появились, многие инструкторы ехали на семинар на Запад, за 2-3 дня нахватались приемов, имея базу самбо и дзюдо, они начали преподавать джиу-джитсу, но они, многие из них не достаточно квалифицированы быть специалистами по джиу-джитсу. Потому что я считаю, что человек, если занимается джиу-джитсу и хочет что-то понять, он должен учиться у учителя не один год под наблюдением в его школе, чтобы понять, что такое настоящее классическое джиу-джитсу. Два вопроса. Просто интересно, сколько времени вы уже в Америке учитесь? Я в Америке с 78 года. 3 года. И второе, я хотел спросить, с учетом того, что вы очень много где бываете, в многих странах, как вы видите перспективы сегодняшнего, так сказать, российского общества, российской молодежи в развитии этого спорта в сравнении с другими странами? Например, в Европе, в Скандинавии джиу-джитсу практикуется в каждом школе, в каждом клубе, в каждом клубе, в каждой школе. В каждом университете есть клуб по джиу-джитсу, даже не один. В Европе это тоже очень популярно, в Англии тоже в каждом школе есть клуб по джиу-джитсу. В России оно не такое популярное, не знаю еще почему, хотя в России самбо, дзюдо всегда было свое родное, как говорится, но почему-то джиу-джитсу не приняло, оно существует в каждом городе, и школы есть по джиу-джитсу, но оно не такое популярное, например, как карате. Нужно, может быть, время, потому что джиу-джитсу всегда считалось закрытым искусством. В Советском Союзе джиу-джитсу занимались только КГБ, поэтому оно было всегда закрытое, потому что самбо вышло из джиу-джитсу. Но я бы хотел бы видеть, чтобы Россия занималась больше джиу-джитсу, потому что самбо, оно вошло в народное искусство. Везде все занимаются или занимались самбо, даже хотя самбо сейчас, я говорил с многими специалистами самбо, которые уже живут на Западе, уехали с России, и они все говорят, что самбо тоже сейчас сильно падает в России, популярно теряется. Не хватает квалифицированных мастеров, которые преподавали, и молодежь слишком фокусируется на бизнес, чем на спорт. Поэтому спорт в целом очень сильно. Поэтому, если бы была бы программа, как сейчас сделал пару лет назад Путин, поддержки профессионального спорта, если бы сделать такую программу в правительстве, не говорю уже деньгами, но хоть какая-то поддержка политическая, если бы люди занимались бы единоборствами, то оно бы пошло бы опять в рост. Понятно. Спасибо. Я добавлю, что у нас вообще трудно неолимпийский вид спорта. Вообще его трудно, а тем более такой, как джиу-джитсу. Непонятно что, непонятно как, специалистов мало.
И из-за этого здесь на виды спорта, такие как дзюдо, вроде бы олимпийский спорт, народ не привлечь никакими путями. То есть мы говорим о детях, тут ты ходишь к чиновнику, и начинаешь рассказывать, что у тебя какие-то проблемы, там, лишь бы открестить. И ну, недостаток информации, недостаток общения. Мы ходим, например, да, куда-то. Мы куда-то приходим, просим, бьемся об стену головой. И очень много людей уже опускают руку, да, и не занимаются этим. Ему легче уехать в ту же Скандинавию, вот у меня друг уехал, преподает спокойно, все очень хорошо, ему сейчас он себя чувствует в Швеции, понимаете, что дело. Куда уходите? Да, куда уходите? Вот, кстати, Сергей Иванович, я хотел бы акцентировать небольшое внимание, поскольку вы занимаетесь в спорткомитете. Вот, почему вот такая ситуация сложилась? Ситуация, где люди 60-х годов, и в Канаде есть хоккей, да, возрождение хоккея шайбы, да, и канадцы, это их не игра и так далее. Но женщины на них обиделись, потому что они не могли играть в хоккей, потому что шайба, тяжело женщине. Они тут же сделали хоккей для женщин. Честно говоря, никто об этом, ну, у нас, во-первых, никогда в жизни об этом не слышали. А везде играют, финны играют, шведы играют, канадцы играют, женский хоккей, а у нас это все. И деваться некуда, я вот ездил как представитель Санкт-Петербурга, был слет в Хельсинки, хоккей называется «Рингет», женский хоккей, у них соревнования, и все обладено. И как бы типа, чтобы в Питере ему продвинули тоже женский хоккей, но здесь тупой барьер. Да, вот из-за этого выходить, ну, то есть очень-очень сложно, очень сложно. Ну, вот. Мы говорим, конечно, мы говорим про свое направление, просто Сергей Валерьевич, поскольку он профессиональный хоккеист, он, ему эта тема ближе, ну, вот, я его специально пригласил, потому что есть тоже очень интересные, у него и сравнения, он тоже много очень ездит, он много очень общается, мы с ним очень много общаемся. И советуемся, то есть у нас рабочий момент происходит, мы как бы вместе работаем. Ну, просто я говорю, что может быть вот такими встречами, может быть, сейчас мы открываем на GGF всеяпонской, потом мы федерацию, может быть, как-нибудь привлечем, значит, мы и чиновников, и спортивных. Спортивный комитет к этому, потому что, видите, да, от спорткомитета, вот Сергей Владимирович, спасибо ему большое, но есть у нас люди, которые, есть отделения, которые занимаются джиу-джитсу целым, понимаешь, в спорткомитете, но мы их не будем заявлять. И не будем. Да. Так что вот на сегодняшний день открытие GGF, мы говорили, что в заключении, что мы своим открытием собираемся привлечь людей, особенно молодежь, значит, в восточном единоборстве, конкретно мы говорим сейчас про джиу-джитсу. И я думаю, что в дальнейшем все-таки глядим на перспективу, это основная работа с детьми. Почему? Потому что если бы, например, мы сейчас сделали, например, в Шилосове, да, это открытие, то есть привлекли бы очень много хороших специалистов, там, взрослых, которые там бьются в МВУ. Понимаете, это все очень хорошо, но это уже было, это мы уже проходили. Я хотел бы заострить внимание именно на молодежь, именно на детях, потому что дети на сегодняшний день в безобразном состоянии, они совершенно брошены, нет никакой политики совершенно твердой и жесткой, как было раньше, да, конкретно. Цыпленок, пионер, там, и пионер. А в Америке что за дело? Вот. Мы сейчас в Америке хотел перейти к вам. Да, кстати, да. Где-то занимался. Неважно, ли это карате, ли дзюдо, или тэквондо, раз в жизни он где-то занимался, что это популярно и популяризировано. Не обязательно, что он будет этим заниматься всю жизнь, но в любой школе, если взять ребенка, он когда-то занимался или месяц, или год, или до сих пор занимается. Это чисто связано с телевидением и с популяризацией. Это модно. Я еще думаю, что это связано из самого народа. Американцы не такие агрессивные, как кажется. На самом деле, просто это популярно.
Это всегда было популярно. Голливуд сделал свой лепту в развитие боевых искусств очень сильно. Очень важно, вы затронули тему, что очень важно регулировать боевые искусства. Потому что сейчас кому не лень, открываю школу, кому не лень. С минимум образованием. Не имея никакого классического, даже мы не говорим, потому что раньше, я помню, в Советском Союзе любой спортсмен, он получал в университете образование, как это назывался, факультет? Физической культуры и спорта. Любой спортсмен, куда бы он всегда заканчивал факультет физической культуры и спорта. Обязательно. Сейчас те, кто открывает школу боевых искусств, особенно в России, никакого классического образования не имеют. Где-то курс закончил, нету регуляции. Очень важно регулировать инструкторов, потому что они могут не только ничего не научить, они могут сделать вред. Потому что надо знать немножко анатомию, физиологию, правильно какую-то разминку делать. Потому что это не зная, можно сделать вред, чем пользу. Регулировать очень-очень важно.